Thank you.
Кришна покинул
И, как правило, они у нас как проходят? Мы постоянно бежим куда-то, какой-то суете. Если нам удается остановиться, поговорить, ну, может быть, на 5-10 минут мы выделим время. Еще реже мы задумываемся о каких-то вещах. Я подумал, что на самом деле сегодняшний день, который очень благоприятный именно, задуматься о том, что этот человек сделал для меня в жизни. И если мы с вами посмотрим, в разных организациях есть разные люди, которые, великие люди, и люди отмечают их явления, уходы. В нашей истории мы открыли учебники, там много известных великих людей, которых отмечают истории. Но давайте, просто я попытался немножко подумать, действительно, в чем же особенность Шилы Прабхупады? Почему этот человек для нас не просто человек на картинке, да? То есть, ну, есть книга «Человек святой», красивая книга, но почему-то вот мы все с вами собрались, и этот человек для нас не просто человек с картинки. И Писание говорится: «Браманда брамите кона бхагиван джива гуру Кришна пасатапая бхакти лата биджа». Говорится, что этот материальный мир сравнится с брамандой, и это такое яйцо вселенное. Это яйцо, оно автономное, оно совершенное само по себе. И все, кто здесь находится, они могут здесь жить спокойно, долго, так сказать. Им не надо ничего извне. Знаете, как ребенок, который живет в утробе матери, он может жить там, он питается, утроба его поддерживает и так далее. Но чего-то нам здесь не хватает. Мы здесь живем, у нас есть работа, у нас есть семья, есть дети, есть какие-то отношения. Но почему-то весь мир суетится, чего-то не хватает нам. Постоянно мы куда-то спешим, мы чего-то хотим нового, нового, нового. Итак, эти поиски чего-то нас привели. Нас привели к книгам Прабхупады. И когда мы открыли книги Прабхупады, что мы узнали? Мы узнали в действительности о том, что есть нечто другое, есть нечто, то, что выходит за пределы просто вот как бы нашей обыденности и нашей повседневной жизни. Мы узнали о том, что мы вечны, мы узнали о том, что есть смысл нашей жизни. Я думал, как бы, как я встретился со Шрилой Прабхупадой. И первое ощущение, вот то, что было, это то, что я получил смысл жизни. Я помню, так сказать, школьные годы, студенческие годы. Это веселое время, мы жили, как-то проводили время, хорошо проводили время. Но подспудно где-то в душе чувствовалось такое было ощущение, ну, какой-то бессмысленности всего, что время утекает. Вот, знаете, когда мы берем песок в руки, и этот песок начинает просыпаться, и мы ничего не можем сделать, мы не можем как-то остановить этот процесс. И вот такое ощущение, что жизнь идет, то есть солнце восходит, садится, вот, но какого-то смысла нету в этом всем, все бессмысленно. Вот, и я помню вот именно вот этот момент, когда ко мне в руки попали книги Шилы Прабхупады, то когда мы открываем эти книги, то чувствуем, знаете, есть такое выражение, как голос вечного разума говорит с тобой. И особенность чистого преданного, особенность Шилы Прабхупады состоит в том, что он в своем сердце носит Кришну. Эта вселенная замкнута. И здесь живут люди, которые хотят жить так, как они хотят жить. И писания говорят, что эта жизнь, ну, немножко иллюзорная. Не знаю, насколько мы это понимаем, насколько нам это близко, но жизнь иллюзорная. И выбраться из этой иллюзии самостоятельно невозможно. Потому что каждый из нас находится в этом коконе, и каждый из нас думает, что так и должно быть. Что так, как я вижу мир, это и есть реальность. Это и есть реальность. Если только кто-то со стороны скажет нам, разбудит нас, возьмет за руку, скажет: «Эй, проснись, здесь немножко по-другому». Разбудит нас и скажет: посмотри сюда. Может быть, тогда что-то с нами начнет происходить. И особенность Шрилы Прабхупады состоит в том, что как раз он это сделал. И
не просто сделал в рамках какого-то ограниченного количества людей. Мы видим, как Шрила Прабхупад сделал это, и то, что он сделал, это затронуло весь мир. Я очень в своей душе глубоко благодарен Шриле Прабхупаде за то, что соприкоснулся с ним, что он получил его книги. Как мы знаем с вами, что он говорил, что я буду жить вечно, буду жить вечно в своих книгах. И у каждого из нас есть возможность соприкасаться с ним каждый день, общаться с ним, получать его даршин и идти по его стопам. Однажды Шрила Прабхупада давал лекцию, и он говорил о том, что необходимо вернуться домой к Богу. И Прабхупада пишет в комментарии, он говорит о том, что эта мысль о возвращении домой к Богу вселяет огромный энтузиазм в сердце человека, в сердце преданного. И особенность Шрилы Прабхупады состоит в том, что он сделал это реальностью для нас. Это не нечто, знаете, как говорится, мы открываем с вами какой-то журнал, бюллетень, который описывает, как там можно попасть на Гавайи, как там чудесно, но мы понимаем, что для нас это нереально. И мы почитали, в общем-то, чуть-чуть сплотнули и отложили это журнал. Да? Но особенность Шрилы Прабхупады состоит в том, что он сделал это для нас реальностью. Приехали в Шанкаране и Парампурушу домой. Сказали, хватит жить, как все. Вот тебе наука самосознания и кассета, две кассеты. Киртаны Прабхупады сами и киртаны Шрилы Прабхупады. Вот слушай, читай, и может быть у тебя появится что-нибудь в голове. Я начал читать книгу «Наука самосознания», и там прочитал, что нужно слушать Святое Имя и слушать Духовного Учителя. И как раз у меня были кассеты. И что я начал делать? Включать магнитофон, одевать наушники, и эту кассету Шрилы Прабхупады, там где он говорит Хари Кришна, Джарадха Мадхава и так далее. Я просто одевал наушники, ложился на столе и слушал так часов, наверное, по 6. Родители немножко беспокоились, что это странное такое состояние. Вот. И, то есть, начало это действовать, и после этого я начал задуматься, может, что-то еще надо делать. То есть, сейчас я так понимаю, насколько сознание Шрилы Прабхупады было наполнено таким состраданием и желанием вырвать нас отсюда, что я просто включаю кассету, у меня ожидания были, может, я буду слушать, и мне какие-то мистические видения будут, но ничего не было, просто я слушал и ничего. Просто какой-то энтузиазм появлялся в духовной жизни и все. Ну и я понимал, что вот, похоже, за мной уже пришли. И жизнь. То есть такое постепенное. Ну, то, что дал нам Шрила Прабхупада, это когда об этом глубоко начинаешь думать, то просто слезы наворачиваются на глаза и вот что-то в сердце меняется, что-то трогает нас. Еще бы хотел сказать, что я недавно смотрел фильм «Ачарья», и Шрила Прабхупада была в интервью, программа новостей была, и вот насколько он вот просто из него исходит это такой трансцендентный аристократ, вот, ну, просто олицетворение чистоты и достоинства. Хотел сказать о Прабхупаде, так подумал, сразу ты не соберешься, потому что о такой великой личности трудно говорить. Есть такое понятие вот, в миру, как харизма.
Вот, и что очень интересно, оно слово само начинается с хари, я всегда думал, как удивительно. А харизма – это такое особое качество у человека, которое привлекает, ну, многих людей. Вот в этом мире, для этого мира харизмой обладают рок-певцы и великие спортсмены. Вот это основная харизма, на которую обращают люди, она настолько проявлена. А чистый преданный, качество преданного, они таковы, что они очень тонки, и для того, чтобы обратить на них внимание, нужно просто не просто смотреть вот, как глазами, а нужно видеть. И потому это может увидеть только преданный. Говорится, что качество преданного может оценить только преданный. Вот, другому это не дано. Я просто вспомнил сейчас стих, в котором говорится, что все качества всех полубогов со всех ими оружием проявляются в том, кто развил в себе чистую преданность Верховной Личности Бога. Откуда же этим божественным качеством взяться в сердце того, кто лишен преданности Богу, и потому вечно находится во власти временных материальных устремлений своего ума? Я просто подумал, я сейчас быстренько просмотрел, что привлекательность Шри Прабхупады. Получается, что он как Кришна, он все привлекающий, даже на нашем маленьком уровне посмотреть, он обладал всем знанием, которое дано в этом мире. Вот. И это знание ему дало, оно настолько было великолепно, есть такая книга, как трехтомник «Диалектический материализм», что Шрила Прабхупада, буквально не зная там философии там Сократа или что-то слышал, он буквально разбирал это, потому что он знал, он спрашивал у преданного, он ему объяснял эту философию, и он рассказывал ему, как это выглядит с точки зрения вайшнавизма и уровни. Все было ниже, чем это каким. Другой момент, вот пришла одна женщина, вот я долго ей рассказывал о философии, вот никак не привлекалась, она потом зашла, посмотрела на изображение Шрила Прабхупады, стоящего на божества, и она посмотрела, какой красивый человек. Я сначала, когда первое время как-то не, ну, пожилого человека, потом я стал обращать внимание на глаза, на нос, на губы. Он был настоящим аристократом. Он поступал как аристократ, он просто был велик. Это человек, действительно, в присутствии которого хочется расправить спину. Знаете, когда действительно... Скажем так, предыдущий оратор. Я выстроил с собой менее строгий рассказ. Первый раз я попал сюда по милости преданных и Шрилы Прабхупады на день явления Господа Баларамы. И Виасасана была чуть ниже, была той же самой лоди, и был большой красивый плакат. Там, где Прабхупада улыбался, и было написано: «Просто приходите и получайте милость» на английском языке. И вот, ну, это один из таких первых фундаментальных кирпичей, которые меня порадовали. Не знаю, чудес, просто приди и радуйся. И я так долго медитировал на этот плакат и на милость преданных, так все было очень здорово и классно. А потом как-то в обществе вайшнавов мне порекомендовали посмотреть фильм «Последний урок». И я, в принципе, вайшнавских фильмов вообще не смотрел. Какие-то художественные. А Тукарами или Господи Амачанды. Это было так красиво и возвышено. Но это было больше похоже на красивую сказку. А вот первый фильм, который действительно реалистичный, вот это был именно «Последний урок». Те, кто не видели, обязательно посмотрите, а те, кто видели, ну, они понимают, о чем идет речь. Это действительно такой вообще очень глубокий урок. И, ну, само собой, там чуть не расплакался. И вот очень серьезно задумался над тем, что делал Прабхупада, как он делал, для чего он делал. Этот фильм рассказывает о последних днях Прабхупады, о том, как в свои последние дни, смотря на свое состояние тела, он продолжал давать комментарии к Бхагаватам. То есть, ну, это надо, конечно, посмотреть, просто для того, чтобы было понятно, чтобы это можно было пережить. Смотрела фильм «Матери Терези». И в этом фильме очень подробно рассказывалось о том, как она служила людям, как она старалась накормить всех голодных и помогала им избавиться от телесных страданий. Ее идея была излечить людей от проказы. И я смотрела этот фильм и думала о Шриле Прабхупаде, потому что
Мы можем накормить всех голодных в этом мире. Мы можем дать им медицинскую помощь оказать. Но то, что сделал Прабхупада, это неоценимо и непостижимо, потому что он дал нам самую главную трансцендентную духовную пищу – знание о Кришне. И дал нам ту пищу, которая позволит утолить самый главный голод, духовный голод, голод любви по Богу, голод любви к Богу. И в этот момент я думала о Прабхупаде, и, конечно, у меня нет этой способности, чтобы полностью оценить его заслугу, его величие. Но сегодня вот матушка Пурнамаси, она в начале программы, она наклонилась ко мне и сказала, что бы мы делали, если бы не было Шивы Прабхупады, что бы с нами со всеми было, где бы мы были сейчас. И вот это вот самая главная оценка его величия для меня она прозвучала. И я хотела бы еще рассказать историю в одном известном архитекторе, к сожалению, я не знаю его фамилию, он в Индии жил, и он рассказывал о своей встрече со Шивой Прабхупадой. Он говорил, что когда первый раз попал на даршан Шиве Прабхупаде, Шива Прабхупада спросил его, как начинается твой день? Он был домохозяин, этот архитектор. Он говорит, я встаю, пью чай, иду в туалет и отправляюсь на работу. И Шива Прабхупада посмотрел на меня, он сказал, а чем же ты отличаешься от свиньи или собаки? В чем же твое отличие? И он ему дал наставление, что ты должен каждый день в своем доме проводить нагар киртан и кормить ежедневно преданных. И архитектор тогда сказал, что с этого дня моя жизнь просто кардинально изменилась. Хотела рассказать две истории. Одна история, которую рассказал Гурдас Прабху, это ученик Шиви Прабхупады, он приезжал на Одесский фестиваль. Вторая история. Как бы участницей этой истории была я. Первая история, она, мне кажется, свежая, во всяком случае, нигде эту историю не читала, поэтому я хочу ее рассказать. Гурдас Прабху и также еще один преданный сопровождали Шриву Прабхупаду в Лондон. И там какое-то время ему служили. И Шрила Прабхупада, он совершал ежедневные утренние прогулки. И мы знаем, что в Англии очень сырая погода, и в тот день это было не исключением. Но тем не менее Шрила Прабхупада не изменял своему графику, режиму дня, и поэтому гулял. И этих два преданных, Гурдас Прабху и еще преданных, к сожалению, я не знаю, как зовут, они пошли сопровождать Шиву Прабхупаду, и они шли по какой-то дорожке, было сыро, моросил дождик. И Гурдас Прабху увидел, что по дорожке ползет червяк, обычный дождевой червь. И он подумал, что как раз когда Шрила Прабхупада дойдет до этого места, то червяк как раз попадет ему под стопу. И он подумал, что, ну, наверное, надо проявить какое-то сострадание к Шриле, ведь Шрила Прабхупада может его не заметить и раздавить. Но когда он посмотрел на Шрилу Прабхупаду, он хотел ему сказать об этом, он увидел, что Шрила Прабхупада глубоко задумался, и он побоялся его беспокоить. И он так вздохнул и как бы подумал, ну, на всю волю Господа, то есть на Кришну положился. И действительно, в тот момент, когда, так сказать, траектория путей этой дживы в форме червяка и Шрилы Прабхупады, в общем, они как раз пересеклись. И червяк попал под стопу у Шрилы Прабхупады. Они прошли, и Гурдас Прабху обернулся, чтобы увидеть, что же случилось с червяком. А червяк, как ничего не бывало, так
своим путем и пополз. Но что, чего он удивился и каково было изумление, когда он увидел, что было всего лишь две пары следов. А там, где следы должны были быть следы Шилы Прабхупады, там не было никаких следов. И он к своему изумлению понял, что Шила Прабхупада идет, не касаясь земли. Ну, как бы вот такую вот мистическую историю он рассказывал. Я подумала о том, что даже дело не в мистике, а дело в том, что чистый преданный никогда не доставит беспокойства даже такой незначительной живи, как червяк. Я хотела бы поставить Шилу Прабхупаду тоже одна удивительная история, которая произошла со мной во Вриндаване. Когда я приехала туда первый раз, то моя подружка, с которой я приехала, она мне все время пела на ухо, говорила: «Радха Дамандара Мандир, такой экстаз, там комната Шилы Прабхупады, там все самадхи, там вообще такая атмосфера». Я когда туда ехала, я думала, ну, может быть, для нее это экстаз, но я еду туда первый раз, и я не знаю, что вообще там может произойти. Вот. И так получилось, что мы пошли все в один прекрасный храм. Это был, значит, Банка Бихари, мы зашли в храм. И Радха Дамодар Мандир, он находится, ну, как бы, чуть-чуть вот дальше. И так получилось, что преданные ушли все, и я осталась одна. Вот. Но я так посмотрела вокруг, никого нету. Я посмотрела, это одни индусы. Но я подошла и спросила, говорю: «Вы знаете, где здесь Радха Дамодар Мандир?» Он на меня посмотрел и говорит: «А тебе зачем?» Я говорю: «Я приехала первый раз по Вриндаван, я хочу принести поклоны Радха Дамодаре». Он говорит: «Радха Дамодаре? Ты знаешь, я туда хожу не для того, чтобы принести поклоны Радха Дамодаре». Я говорю: «Хорошо, а для чего вы тогда посещаете этот храм?» Он говорит: «Пойдем со мной». Я одна, никого нету. Этот индус в какой-то обычной одежде, даже не в тхоте. Думаю, ну ладно, раз мы дед Кришна в Радха Дамодар Мандир, думаю, ну пойду, надо предаться. И я пошла, мы пришли. И первым делом он сразу зашел в комнату Прабхупады, предложил поклоны, подруги ему купили гирлянду. Он говорит: «На, покупай». Мы купили две гирлянды, он надел на Шилу Прабхупаду гирлянду и сказал: «Вот этому садху я поклоняюсь». Я говорю: «Вы знаете, я вообще, ну, как, я приехала первый раз во Вриндаван, я тоже в Исконе, я ему тоже поклоняюсь». Он говорит: как ты вообще узнала вот о нем? Как?» Я говорю: «Ну, просто очень, мы купили его книги, читали эти книги и стали преданными». Вот. И он говорит, что на самом деле в моей семье была такая история, когда Шрила Прабхупада их как бы спас. Вот. Это произошло, что у них в доме был очень большой пожар, и все сгорело, и только две книги Прабхупады осталось. Это у него был какой-то друг, который ему когда-то дал две книги Прабхупады, и он работал в Дели, он очень так особо не проникался какими-то там духовными знаниями. Он знал, что существует Кришна, и у него был пожар, и осталось только вот эти две книги. Вот. И вся его семья там была в шоке, и он тоже сидел там, думал: «Господи, что же это теперь будет вообще, и как жить?» И он открыл книги, он стал читать, и он увидел адрес. Он увидел адрес в конце книги Прабхупады, Бомбейского храма. И он подумал: «Ну, надо хоть пойти там, иногда в храме там какую-то, может, там еду раздают или еще там что-то». У него как бы такая ситуация была. И он пришел с этой своей семьей в храм, там как раз было, праздновали Весапуджу Прабхупады. Вот, и он там встретил преданных Искона, и они как бы очень так позаботились о нем, то есть как бы приняли в его семью, как он сказал. Говорит: «Я сразу почувствовал, что я стал в семье». Вот. И он сказал, говорит: «Давай что-то сделаем для Шилы Прабхупады». Я говорю: «Сейчас». И я пошла, быстренько принесла какие-то там ведра, там поспрашивала, и мы стали мыть эту комнату Шилы Прабхупады, мы там все перемывали, мы там эти всякие подстилки там чистили, все это там. Вот. И этот пуджари, он так очень сильно так проникся, что в нашем служении, он подарил мне такой стаканчик, который стоял в комнате Шилы Прабхупады. А этому человеку он подарил тоже, по-моему, какую-то элегантию или что-то под Шилу Прабхупады, который он сам непосредственно ходил. Вот. И как бы
Потом я уже стала сама посещать этот храм Радхатамандир, и я стала Радхатамандир. И я стала думать, почему же Шрила Прабхупаде он был так дорог с вами. И я, ну, как бы однажды со мной тоже произошла такая вот удивительная история. Она тоже была в Радхатамандир. Вот. А история была в том, что на самом деле я очень, ну, как бы сидела и возле самадхи, там, по-моему, не выпуска санта, санатана госвами. Там санатана госвами самадхи. Радха Дамадама. Рупа госвами. Вот я сидела возле этого самадхи, рупа госвами, я просто думала, что на самом деле Шрила Прабхупада, у него было столько силы, он распространил это движение сознания Кришны по всему миру. Вот. И как бы хотелось стать хотя бы маленькой-маленькой частью того, чтобы как-то вот помочь Шриле Прабхупаде в этом, как бы в его миссии. Вот. Я очень так долго думала. Вот. И в конце концов ко мне подошли преданные и сказали, что на самом деле вот у нас будут радхаятры, вот туда-сюда, в общем, поехали. Вот. Я поехала на радхаятры, и самое интересное, что у меня там, я встречала людей, которые не были индусами, которые были европейцами, и они не знали, ну, как бы, что такое, они просто приехали как туристы, и преданным не было времени им проповедовать, и я проповедовала им, и я как бы ощутила вот эту всю сладость, вот, того, что как бы, ну, что ты вот есть маленькая частичка вот Шрилы Прабхупады. В этот замечательный день мне тоже очень хочется прославить Шрилу Прабхупаду и поблагодарить его за ту оказанную милость, которая была оказана мне как незначительная тоже частица Бога. Вот, и я хотела, ну, мне на ум вспоминать, приходит первое, что это все истории, связанные с распространением книг Шрилы Прабхупады. И я помню, как мы приехали в одно очень, даже не помню, где это было, какое-то село, в котором был только один сахарный завод. То есть там больше никаких заводов вообще не было. И люди, которые жили в этом селе, они работали только на этом заводе. Ну, мы приехали, там обычно мы ходили к директору, договаривались, и директор уже нас там съел благословение, мы ходили по заводу и подписывали людей на книги Шрилы Прабхупады. И директора не оказалось, и была огромная инженер. Женщина такая очень такая милая, такая спокойная, что редко встретишь на заводах. Вот мы подошли к ней, и я стала рассказывать о книгах Прабхупады, что мы хотели подписать людей на заводе, хотя там было не сильно, но мы хотели подписать. Вот, и она слушала нас, и она стала просто плакать, так тихонько. Вот, и я так забеспокоилась, думаю, что, может, я что-то не то сказала вообще. И она стала рассказывать нам свою историю, что у нее сын, он в сознании Кришны был в храме в Москве. И она рассказывала, что буквально несколько лет он умер от рака. И она рассказывала, как он умирал, как он оставлял тело. Ему было всего там, сколько там, 18 лет. Вот. И она рассказывала, что когда он умирал, он был такой счастливый. И он говорил: мама, не печалься, на самом деле мы умираем. То есть жизнь вечна. И ты не должна переживать за меня, у меня было все хорошо. Говорит, моего сына, его все любили, его все знали. После этого, ну, то есть я очень хорошо, ну, как бы, знаю сознание Кришны и читаю книги Прабхупады, у нас есть они. И вот я как буду очень рада, если вы пройдете по заводу и расскажете об этом всем.
подпишите людей. Я понимаю, насколько это важно, насколько это поможет людям вообще в жизни, и материально, и духовно, и вообще во всем. И мы были в шоке, потому что она просто ходила с нами вместе. И она, если там люди сомневались, она их уговаривала. И она настолько реализована, то есть у нее уже не было каких-то там заученных фраз, как у нас, то есть у нее не было каких-то там сентиментов или каких-то задач именно распространить побольше. То есть у нее в голове этого не было. То есть она была полностью уверена в том, что это нужно людям. Я помню, как одна женщина, она пробегала мимо нас, эта женщина, главный инженер, ее остановила, говорит: «Маруся, это тебе надо». То есть она даже не проповедовала там, что у этих нет. И та ей верила, что это надо, она подписывалась. И я готовилась к этому. Просто расскажу небольшую историю, чтобы прославить Шрилу Прабхупаду. Мне больше всего в этой личности, то есть он насколько многогранен. И его, чтобы понять его величие, его мысли, нам, наверное, не хватит и этой жизни. Как сказал Бхактивиньяна Махарадж, что все великое видеть на расстоянии. Так как мы со Шрилой Прабхупадой, нам как бы посчастливилось быть современниками Шрилы Прабхупады. То есть мы где-то разминулись с ним совсем чуть-чуть, что нам не пришлось его увидеть лицом к лицу. Вот. Но, говорит, через, может быть, десятки лет мы можем даже вот понять, что это была за личность и что он сделал для всего мира. Пока он для нас просто такой маленький старичок, который приехал в Москву на 3 дня, и эти 3 дня, они как бы перевернули весь мир. То, что сейчас происходит вот в странах СНГ, они даже ученики Шрилы Прабхупады поражаются этому, потому что Шрила Прабхупада, он здесь проповедовал только одному человеку, то есть фактически один ученик у него здесь остался. И он, и как бы с этой искорки развернулось такое пламя, которое сейчас поражает многих западных его учеников. По милости его, конечно, таких учеников, как наших духовных учителей, которые сюда приезжают и проповедуют нам. И одну из сторон Шрилы Прабхупады, которую, может быть, сегодня не упомянули, о том, какие он развал отношения со своими учениками. Как бы сейчас одна из таких главных проблем в ИСККОН — это отношения между преданными. И Шрила Прабхупада сам сказал, что наше движение, его невозможно извне разрушить, его только можно разрушить изнутри. И свою любовь мы можем доказать только сотрудничая между собой. И Шрила Прабхупада, он своим примером показывал, какие должны быть отношения между вайшнавами. Мне запомнилась одна история, в трансцендентном дневнике описанная. У него был такой ученик, как Хаягрива Прабху, это был такой знаменитый ученик, который помогал Шриле Прабхупаде в своих научных работах. Он был очень большим ученым в различных науках. И он ему переводил, исправлял его переводы, знал отлично английский язык Шрила Прабхупада. Он не очень был этим искусным. И тем не менее, это был очень близкий такой ученик. Но мы знаем, что в духовной жизни, даже будучи рядом с великой личностью, майя настолько сильна, и каждый из нас это почувствовал, что как она может выйти как игла и выйти как плуг. То есть мы все ходим по краю пропасти. И так получилось, что Хаягрива, он отошел немножко как бы от движения сознания Кришны, он куда-то уехал, долго его не было. Вот. И прошло уже достаточно времени. И потом Шрила Прабхупада в один из дней давал в храме лекцию, сидели ученики возле него рядом. И тут в дверях появился Хаягрива. Он, видно, очень многое пережил, и для него был это очень трудный момент, потому что он себя чувствовал, как бы, что он предал в некотором смысле Шрилу Прабхупаду, что он ему столько дал, и вдруг, значит, вот он так себя повел. И это был момент, когда вот Харишаури описывает это в трансцендентном дневнике, то есть это были глаза в глаза, и все ученики, которые находились, они просто поняли, что этот как бы разговор, он должен состояться только между ними. И они вышли все тихонечко. И он, конечно, Хаягрива очень переживал. И
склонил свою голову перед Шрилой Прабхупадой и сказал, что вот Шрила Прабхупада, твой Харе Крисна приехал. И Шрила Прабхупада, он ничего не сказал, у него просто такая слеза скатилась. И он сказал, на самом деле я в это очень верю. Я никогда не сомневался в том, что ты вернешься. Вот так вот. На этом я закончу. Большое спасибо всем за очень сокровенное высказывание по поводу всего Прабхупады. Сейчас мы перейдем к следующей части сегодняшнего праздника, проведем церемонию Пушпанджали. Значит, до этого нужно всем встать, группироваться так по обе стороны от алтаря Шрилы Прабхупады, взять пушку и приблизительно поделить ее на 9 частей. Мы почитаем Мангала Ачараму, так же, как это на Яке делается. Я буду читать мантры этой молитвы, из которой она состоит. Эти мантры посвящены предыдущим ачарьям, в том числе и Господу Чайтани, и Господу Кришне, и самой Шримати Радхарани. Потом в конце, когда мы прочитаем все, последняя мантра будет Харе Кришна. После этого мы будем читать пранаму мантру Шрилы Прабхупады. Мы ее будем повторять 3 раза. После того, как каждый раз мы произнесем пранаму мантру Шрилы Прабхупады, я буду говорить Пушпанджали, и все будут повторять это слово Пушпанджали и одновременно кидать пушку стопам Шрилы Прабхупады. 3 раза мы произносим Пушпанджали, кидаем пушку, после этого...
Намасте. Намасте. Гауравани. Гауравани. Жимуртае. Жимуртае. Винатарине. Винатарине. Рупануга. Рупануга. Рупапасиддханта. Рупапасиддханта. Yeah.
Thank you.
Jai. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya. Bye.
Thank you.